Здравствуйте! Хочу с вами познакомить. Потрясающий сорт американской селекции, очень урожайный, невероятно вкусный, сердцевидный, крупноплодный. Ну, в общем, очень красивый черноплодный сорт. Это на самом деле не черноплодный сорт, а антоциановые томаты. То есть они имеют в себе присутствие синих или темных тонов на кожице томата. Это антоцианы. А антоцианы являются природным антиоксидантом. Считаются очень полезными, которые повышают иммунитет и борются с различными заболеваниями, предотвращая их. Больше не лечат, а именно предотвращают. А томат не только полезный, но и очень вкусный, очень урожайный. Обратите на него внимание, насколько много в нем томатов. Он просто усыпан этими томатами. Его главная особенность, чтобы вот плечики были такие черненькие, и вообще томат набирался как можно больше антоцианов, его надо выращивать именно в солнечном месте. Он любит тепло и солнце. Тогда его полезность только увеличится. А сорт является американской селекцией, был создан Джейсоном Хадсом. Он из Вирджинии. Появился путем скрещивания немецкой красной клубники и оси синий. Уж не знаю, что это за томаты, никогда их не встречала, но говорят, что благодаря этим томатам получился великолепный урожайный сладкий сорт, который покорил буквально не только Америку, но и весь мир. Его выращивают во всех практических уголках земного мира, где любят выращивать томаты. Сам куст небольшой, я бы сказала, что он не больше 1 метра 70 сантиметров. Не капризный. Его достаточно легко формировать, пасынки не сильно на нем лезут. Завязи он не скидывает, то есть при неблагоприятных условиях он достаточно хорошо растет. Мне он очень нравится. Это мой фаворит в этом сезоне. Если раньше мне нравилось бычье сердце и розовый мед, то теперь вот достойное место занял томат сержант Пеппер. Вот такие они красивые сердцевидные формы. Он хранится намного дольше, чем розовый мед или тоже бычье сердце. Он может лежать примерно 2-3 недели. Сорт салатный, мягкий, мясистый, сочный, очень вкусный. У меня есть его семена, если вам необходимо, приобретайте. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Всегда с вами Елена.